Медреформу проголосовали. Несмотря на протесты и очень жесткую критику законопроекта в профильном парламентском комитете, коалиция смогла провести через зал ключевой документ. О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средствах. 240 голосов за. И теперь идеи Ульяны Супрун становятся обязательными для всех украинцев. Впрочем, фракции, собственно, коалиции, БПП и Народный фронт мобилизовали за этот законопроект только 181 голос. Остальное добавили «Самопомощь», «Воля народа», нефракционные депутаты и, самое забавное, радикалы Олега Ляшко. Еще недавно ляшковцы были категорически против медреформы Супрун. Но когда дошло до финального решения, как это часто с ними бывает, не смогли устоять и проголосовали. Наверное, уже в ближайшие дни узнаем, что именно радикалы выторговали за вот такое голосование.